Богослужения в мечетях, церквях и синагогах республики с участием прихожан запрещены. Для доступа граждан к богослужениям советуют использовать онлайн-трансляции в сети интернет. Ограничения связаны с неблагоприятной эпидобстановкой и высокой заболеваемостью коронавирусом. Соответствующий документ размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по региону. По информации ведомства, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано почти 35 тысяч случаев заболевания. 80 из них только за последние сутки. Культовые здания могут посетить только священнослужители и те, чье присутствие необходимо для их функционирования. Главный санитарный врач республики также предписал, чтобы религиозные обряды ритуального омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины проводились лишь в ограниченном присутствии близких людей. Помещения должны быть оснащены приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа. По усмотрению руководства религиозной организации, богослужение может совершаться полностью на территории организации при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.